Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Рад вас приветствовать на своем канале. Особенно сегодня рад приветствовать на своем канале своих дорогих подписчиц, зрительниц своего канала, так как, сделав аналитику того, кто пишет мне комментарии, в основном это женщины. Тем более, что сегодня у нас Всемирный женский день. Хочется сказать вам большое спасибо за то, что вы есть на моем канале. Искренне от всей души поздравить вас с вашим днем. Пожелать вам, прежде всего, это крепкого здоровья, счастья, радости, бесконечной, безграничной любви, тепла в душе, уважения, понимания, поддержки и всего самого-самого хорошего. Пускай сбываются все ваши мечты, все ваши планы, пускай все то, что вы задумали, у вас осуществляется, и в жизни все будет у вас хорошо. Утро у нас сегодня начиналось не так, как всегда. Не знал я, как сделать своей жене сюрприз. Не хотелось, чтобы это было все обыденно. Раньше я за день до праздника всегда старался купить букет, приготовить подарок. И рано утром, чтобы когда она проснется, это все она уже могла найти у себя в комнате, либо в спальне. Но обстоятельства сложились так, что нужно было сегодня утром уезжать в город. Пока еще все мои спали, я подоил коров, напоил наших новых телят и поехал в город. Мне нужно было отвезти знакомое молоко, индюшку с морозилки, и заодно как раз думаю, я буду в городе, куплю цветы и приеду, когда мои уже проснутся, и меня они, конечно, не обнаружат. Но все повернулось не так, как хотелось. Немножечко в городе я задержался по некоторым обстоятельствам, и домой я попал не в то время, в какое я планировал. А так как у меня еще немножечко глюканул телефон, жена никак не могла ко мне дозвониться, то сюрприз, конечно, удался, потому что рано утром она проснулась, меня нет, в дом я не захожу, спустя некоторое время на телефон не отвечаю, на хозяйстве меня нет и вообще меня нигде нет. Ну, в общем, домой я попал, сюрприз удался, подарки понравились, ну и в общем, все хорошо. На улице у нас сильный холодный ветер, несмотря на то, что утром светило солнышко и была прекрасная погода. Но сейчас вам покажу ту красоту, которая у нас вот за домом. Расцветают наши подснежники. Вот такие они красивые. У меня здесь был их раньше целый ряд. Но так как все хотят у себя иметь вот такую красоту, то каждый год я отсюда что-то откапываю, откапываю, и уже этот ряд немножечко опустел. Нужно будет их рассадить для того, чтобы их было так же много, как и было раньше. Несмотря на то, что был снег, были морозы, все равно цветочки под снегом пробивались. И вот такие уже красивые появились на свет. Птички наши кушают. Хоть и пришла весна, но все равно еще холодно. Но весна тоже пришла быстро. Время летит. Нежданно-негаданно уже у нас вот 8 марта. С каждым днем все ближе и ближе к лету. К новому сезону.
Хочется, чтобы уже потеплело окончательно, чтобы уже появилась зеленая трава, раскусились деревья, чтобы уже было тепло, можно было что-то высаживать уже на огороде, чтобы уже зацвели цветы, деревья, появлялись ягоды, тогда как-то оно все прекраснее, красивее, намного все ярче и привлекательней. Индюшки наши занеслись, 6 яиц снесли, теперь у них опять перерыв. Заказанное яйцо я больше не принимаю, так как не знаю, справлюсь я с теми, что уже есть или нет. Одна индюшка какая-то ходит совсем невеселая, непонятно почему. Та, которая неслась, в общем, с индюками как-то не складывается в этом году. То они неслись, инкубационное яйцо было плохое, то потом собаки индюшку разодрали, то теперь одна индюшка совсем какая-то невеселая, другая не несется, Даша наша вообще не думает нестись. Так что дела обстоят не очень хорошо. Не знаю, может быть, придется где-то заказывать инкубационное яйцо для того, чтобы обновить стадо. Взрослых индюков нигде нет, чтобы их можно было прикупить. В общем, с индюками в этом году как-то совсем никак. У наших девочек здесь тихий час. Малышку нашу, которая к нам прибыла вчера, кормили из соски и кормили ее 4 раза в день. По 1,5 литра молока. Я ее кормлю из ведра. Думал я, что она пить не будет, но, в общем, с ведра она молоко пьет. И пьет она 3 раза, потому что корову я даю 3 раза. И как раз пока теплое молоко, 3 раза в сутки она у нас пьет. По 2,5 литра молока. Вишенка наша, конечно, пьет уже с ведра самостоятельно. И пьет она около 3, а то и больше литров молока за один раз. Ну, главное, что они уже помирились и что у них здесь все хорошо. Потому что вчера не особо Вишенка наша хотела принимать в свою компанию нового теленка. Марта наша спокойно отреагировала на то, что появилась новая телочка. Ну, а елка не видела. Наверное, она только по запаху может слышать, что есть у нас новый житель в нашем сарае. Вот такие изменения в нашем хозяйстве, вот такие пополнения, приобретения. Всем спасибо, кто помогал в этих приобретениях, кто помогал в покупках, в том, что у нас новые жители появились. Огромное также спасибо нашему топовому водителю Сергею за то, что провел со мной целый день, за то, что возил меня и не только меня, но и наших петухов, и нашу телочку, и кормушки, и поилки. Огромное человеческое спасибо. Еще раз всех хочу поздравить с Международным женским днем. Пожелать всего самого хорошего, доброго, светлого, ясного, любви, здоровья вам, родным, близким. Любите, будьте любимы, цените теми, кто рядом с вами, дорожите тем, что у вас есть. Дорожите временем, потому что оно быстро летит. Делайте то, что можете сделать сегодня. Не откладывайте ничего на завтра. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. До новых встреч.
всем за все спасибо. И всем пока. Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы, ни страха смерти, ни сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Верю в тебя.